Эта клиника самая старая в России. Она была построена в 1775 году, и за больницы строились на святых местах. Я думаю, что это святое место. Поэтому не зря здесь мне пришла эта мысль о том, что глубокое дыхание является причиной моей болезни и гибели цивилизации. Значит, это здание. И вот в этом фронтоме был кабинет моего учителя, академика Тареева. Он мне разрешил здесь заниматься. Вот 2 октября я решил искать причину болезни. И 7 октября вот в этом фронтоме пришла у меня мысль, что я болею глубокого дыхания. И отсюда, собственно, все началось. Вот, собственно, здесь я и решил тогда посмотреть, как выглядит смерть. Я решил посмотреть 100 больных умирающих, чтобы увидеть, как выглядит смерть. И когда я примерно около 50 посмотрел, я нашел закономерность. Чем ближе смерть, тем глубже дыхание. Все глубже, 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 и умирают. Уже все думают, что вот как умирают люди. Дыхание уменьшается, они умирают. Поэтому реанимация, все сейчас разрешивают дыхание. Больным разрешивают. И вот после этого закономерного открытия я делал прогнозы больным. Я медсестрам говорил, смотри за этим больным, он к утру умрет. И он умирал. А сестры опытные начали меня пугаться. Сказали, что это студент-колдун. Как скажет, так и будет. А оказывается, я нашел закон. Чем глубже дыхание, тем ближе смерть. Но я думал, как весь мир сейчас думает, что глубоким дыханием организм борется со смертью. А оказывается, глубокое дыхание, это и есть сама смерть. Вот что, как это оказалось потом. Это один из факторов, который вот заставил меня потом не отбросить мысль, что я болею глубокого дыхания, как сумасшедшую мысль, а испытать на себе. Второй фактор тоже здесь же случился. Когда я пришел здесь в клинику в 1948 году, то мне дали первого больного, чтобы я его послушал. Я был студент дотошный, я дал команду, как все дают, дыши глубже, и начал его слушать. Через минуту он упал, как подстреленный. Потерял сознание, все, труп. Я к нему бросился, а он не дышит, пульса нет, ничего нет. И, конечно, я перепугался, что первый пациент тут же умер. От чего? Ужасная вещь. Такие совпадения. Ну, я выскочил в коридор, здесь же, и позвал сестру. Говорю, идите быстрее, здесь умирает больной. Она заглянула, говорит, да, ясно. Ты его задышал. Оклемается, говорит, не пугайся. Оказывается, на 3-м курсе абсолютно закономерно. Ну, я попросил позвать ассистента, значит. Пока он шел, я пытался делать искусственное дыхание больному. Дыхания же нет. И пожалел, что нет дыхательного аппарата, чтобы заставить его подышать глубже. И хорошо, что не было аппарата. Был бы аппарат, я дал бы еще глубже дыхание и убил бы его уже насмерть. Он никогда бы не очнулся. А оказывается, дыхание остановилось, чтобы спасти его. Через несколько минут губы посинели, он вдохнул один раз, второй раз очнулся. Сел и меня спросил, что со мной? Я не знаю. Прибежал ассистент, Владимир Иванович. Что такое? Вот обморок. А, говорит, ясно. Я забыл вам сказать, что очень сильно не заставляйте дышать глубоко больных, иначе падут в обморок. То есть это на первом занятии студент 2 курса обязан знать, что глубокое дыхание вредно, и от него может быть обморок. И что потрясающе, когда этот студент становится академиком, и к нему приходит больной, говорит, я падаю в обморок. Нет, подумай, так ты же глубоко дышишь. Нет. Дают ему таблетки, всякую гадость. Понимаете, какой абсурд? Какая глупость. То, что должен знать студент 3 курса на первом занятии, академик забывает. Какой идиотизм, понятно? Эти два фактора заставили меня не отбросить мысль, что я болею глубокого дыхания, как сумасшедшую мысль. Я же перепугался. Когда я представил, что моя болезнь глубокого дыхания, думал, что я схожу с ума. Как это? Более сумасшедшей мысли вообще не может быть. До сих пор во всем мире, в Союзе лечат дыши глубже гипертоников, я представляю, что от этого болею. Понимаете? Это же высшая степень шизофрении. Я испугался, что я схожу с ума. И вот тут я решил проверить, так это или нет. Значит, я обратил внимание на дыхание. Оказывается, у меня было свойство чувствительности. Я чувствовал, как входит вдох, идет воздух по носовым ходам, идет здесь вдох, в бронхи,
ребра расширяются, живот выпячивается, это вдох. А выдох наоборот, все выходит. Я что-то сделал, уже второй вдох был, в два раза меньше примерно. Что я не знал, как уменьшать дыхание. То есть до меня никто этого не делал. В два раза как его уменьшить. Я прикинул, дай-ка я примерно в два раза уменьшу вдох. Я это сделал тут же. Уже второй вдох меньше сюда доходит. Третий вдох, ничего страшного, все прекрасно. Я чувствую, что я вдыхаю в два раза меньше. Значит, мне понятно было. У меня была логическая причина мышления. Если я болею от глубокого дыхания, такое спасение, единственное научно обоснованное. Уменьшать глубину каждого вдоха до нормы. Тут же это было жестко обосновано. Третий вдох ничего, четвертый уже хочется вдохнуть. То есть у меня было еще одно свойство. Я очень чувствовал недостаток воздуха. Тоже редкое свойство. Я чувствую, не хватает воздуха. Но, естественно, я же уменьшил дыхание. Пятый вдох уже труднее. Шестой я чувствую, я сорвусь. Значит, я понял? Что я очень сильно уменьшил дыхание. А оказывается, потом уже я нашел, что надо уменьшать дыхание на 1/4 по объему. Тогда легко. Я чуть добавил вдох. Уже легче. Еще вдох, легче. Ну так я могу дышать вечно. И самое страшное, мне начали исчезать симптомы. Моя постоянная головная боль, постоянная боль в сердце, зажим такой, боль в почке, холодные руки, ноги, такое неприятное состояние. Вдруг начало тут же исчезать. Ну, 2 минуты не больше прошло, мне исчезла головная боль, сердечная боль, почечная боль. Исчезли, руки согрелись, я как-то ожил, успокоился. Это за 2 минуты. Я же не знал, что дыхание имеет такую страшную силу. А раз причины мышления, я знаю, что причина болезни глубокого дыхания, что я должен был сделать? Вызвать болезнь. Чем? Углубить дыхание. Я сделал 5 глубоких вдохов, тем более мне хотелось дышать с удовольствием. Но опять зажало виски, зажало сердце, и я чувствую, что я падаю в обморок. То есть от 5 глубоких вдохов мне стало хуже, чем было до этого. Значит, я открыл что? Страшная ядовитость глубокого дыхания. Это страшнейший яд. Страшнее яда нет, чем глубокое дыхание, потому что я все лекарства перепробовал, даже яды. Редко какой студент пробует все лекарства на себе, я почти все перепробовал. Ни одного яда нет такого сильного, как глубокое дыхание. Мне сейчас сделал 2 грандиозных открытия, что мой метод уменьшения дыхания является страшнейшей силой лечебным средством, а глубокое дыхание является страшнейшим ядом. Это явно причина моей болезни. Над чем медицина занимается? Обучает людей глубокому дыханию, они заражаются, чем лечат? Дыши глубже, лекарства, усиливающие дыхание, и убивает их. Вот что я открыл 7 октября 1952 года вот в этом кабинете. Вот как все это было. Вот сестричка вышла, да? Или доктор? Ни то, ни другое? А, ваша мама лежит здесь, да? У нее опухоль была, да? Да. Рак возникает тоже от глубокого дыхания. И она могла вылечиться моим методом без операции. Ага. Я открою причину рака. Это глубокое дыхание. Любая стадия вылечится моим методом, если уменьшу дыхание. Мы отсюда выйдем, если своими ногами, то придем к вам. Да. Спасибо. Значит. 40 лет тому, 41 год, я открыл в этой клинике, что рак и смерть глубокого дыхания, и врачи продолжают 41 год здесь учить дышать глубже. Да. Вот, предельный идиотизм. Высший идиотизм вообще быть не может. А уж это жулики же. Они меня уничтожали, пытались посадить в психушку, убить уколами. Я отсюда удрал в Сибирь, чтобы там это создать и дать все. Новосибирск. В том этаже, вот в тех окнах, вот это была наша лаборатория. И мы здесь работали по 68 год. Да, пока не пришло указание министра. Июнь, как раз в июне. Да. Пока не провели мы полную апробацию нашего метода в Ленинграде, в 68 году, нам дали тяжелейших больных, 46 человек, которые болели бронхиальной астмой, гипертонией, стенокардией, гастритом, колитом, геморроем, эпилепсией, неврастенией, с опухолями, липомами и так дальше. Мы за месяц в среднем, вот вместе с 2 еще
моими сотрудниками. Вылечили их полностью, даже опухоли рассосались. Этот документ министр здравоохранения Петровский спрятал, обманул Лаврентьева, чтобы там провалились, чтобы там почти все больные погибли. И на этой лжи, не подтверждена никакой бумажкой. Мы были закрыты. Все стали безработными. Вильмасна должна была уйти в Бест работать. Видовики, медучище, потому что тут нигде ее не принимали, как врача. Потому что она была, работала с бутылькой, это был, так сказать, все. А ту, прокаженный, как прокаженных здесь встречала медицина. Здесь сотни академиков умерли от глубокого дыхания. Половина врачей этих перемерла от глубокого дыхания. Но упорно не выпускают нашу методику для распространения внедрения. Если бы Академгородок и Советский район стал нашу систему, то можно было эту вывеску не вешать. Больных бы почти бы не было. Да. Только здесь реанимация. Я тут работал 5 лет. Наверное, это наша рабочая. Да. Эти двери забивали железом по приказу Мишалкина, чтобы к нам не могли пройти больные. Много раз. Мы утром приходили, отбивали железо, работали. Мы уходили опять по приказу академика Мишалкина, забивали железом двери, и потом мы входили. Значит, вот по этой лестнице поднимались больные. Где дорога была? И переводили ее реанимацию. Теперь заставят умирать. Сюда приходил больной, за полчаса ему, за 10 минут снимался приступ, и на этом приключались мучения. Или он шел налево, дорога налево, это хирургическое отделение. Там шло на операцию. Значит, вот здесь были рентгеновские отделения, где вели очень сложные исследования. Зондирование этим больным делали жуткие, потому что сама опасность большая. Водили зонды в сердце и так дальше, и больные тяжело переносили, даже были случаи отрицательного действия, смерти даже. Если попадал в хирургию, шел на операцию, где была огромная смертность и ноль излечения. Почти 22 года шла борьба, и мы все-таки победили бюрократию медицины. Значит, мне скажут, это единственный победитель, который в медицине победил. Все остальные были уничтожены. Потому что открыватели не разрешиваются. Или попадают в психушку, или инфаркт, инсульт у них и так дальше. А я открыл то, чего погибают открыватели. Поэтому я был здоров, а мои противники погибли от инфаркта, от инсульта, попали в психушку и так дальше. Получилось наоборот. С 52 года, 7 октября, когда я открыл причину болезни главных, когда глубокое дыхание, у меня сразу появилась мысль, что надо это вывести на приборы и математическими формулами все это обосновать, все это было железно обосновано и чтобы не вызывало никаких сомнений. И вот я задался целью создать комплекс приборов, собрать лучшие приборы со всего мира, соединить их и начать исследования. Но в Москве, в клинике академика Тареева, кафедра Первого института, там не было ни помещений, ни сотрудников, ни приборов, ничего не было для того, чтобы это развернуть. И тем более, как раз там и сам Тареев не очень поддержал мое начинание с дыханием, потому что никто не знал, что это имеет такое огромное значение. И поэтому я воспользовался приглашением академика Мишалкина, который организовал институт в Сибири здесь, институт экспериментальной биологии и медицины. И он меня пригласил как диагноста и знающего приборы человека в свой институт, чтобы я создал там лабораторию исследований. И вот в 1958 году я в этот институт ушел работать. И 2 года собирал аппаратуру. Когда мы приехали сюда, институт переехал сюда,
то я эти приборы 6 месяцев собирал. И вот собрал этот сибирский комбайн. Значит, он состоит здесь, укладывается больной, вот, видите, его почти не видно под проводами. Вокруг стоит аппаратура, потому что большинство аппаратов требует непосредственно контакта с больным. Под этой аппаратурой идет запись на бумажных лентах, там на другой памяти, и вся эта информация передается по кабелям в вычислительный центр, где обрабатывается и поступает уже готовый ответ. Вот обслуживали комбайн 5 человек. Значит, здесь имеется загубник, ведь одевается, и больной дышит через замкнутую систему. Воздух идет через аппаратуру, возвращается обратно. И в этом воздухе можно менять любые концентрации углекислоты, кислорода, потому как мы зададим дыхание. А здесь четырехканальный электрокардиограф. Он снимал 12 электрокардиограмм. Здесь имеется капнограф. Это главный прибор этой системы. Ты замерял СО2, вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Здесь имеются осциллографы, которые выводили все на экран, можно было видеть. Сразу же, без проявки, без ничего, какая функция здесь происходит. Здесь за ним прибор стоит, там снимались баллистокардиограммы. Это баллистокардиограф моей конструкции, он давал 3 баллистокардиограммы. Скорости смещения и ускорения, которые записывались на том приборе. Здесь шестиканальный сименовский прибор, который позволял записывать давление, осциллограммы, дыхание, пневмотахограммы, все фазы дыхания, вдоха, выдоха, перекрытия на вдохе, на выдохе, кислород в крови, кислород выдыхаем в воздухе. Здесь прибор польского производства, это стереобаллистокардиограф, который показывает пространственное изображение движения сердца. Ну, там писались специальные записи под сеткой изолированной, которые требовали полной изоляции. И вот этот прибор давал около 150 тысяч чисел информации в час, которые потом обрабатывали. И значит, он работал с 60-го года, когда я запустил, до 68-го года, когда мы в 68-м году в Ленинграде показали эффективность метода, дали 100% излечение, тогда Денис Петровский спрятал это заключение. И мне сказали, что я как ушей своих никогда не увижу. Но у меня же вылечили много больных, поэтому моя контрразведка добыла этот документ, но без подписи и печати. Этот документ у меня до сих пор есть. Что же там было написано? Что мы дали излечение у 44 и 46 больных. Даже они признали. А двух больных не признали, потому что полностью нельзя было снять у них приступы первые же 2 недели. И вот на основании этой фальсификации, по указанию министра Петровского, этот комбайн был, лаборатория закрыта, мы стали безработными, а все эти приборы растащили по лабораториям, ибо ничто их погибло. Вот самый ценный прибор, капнограф, он на колесиках имеет ящик, где вся аппаратура была. То аппаратуру выпотрошили, потому что пользоваться могли. И в этом приборе до сих пор возят грязное белье больным. Вот так внутренние варвары поступили с этой ценнейшей аппаратурой. Вот до сих пор мне не удается это восстановить. Вот прошло 25 лет, и я не могу восстановить этот прибор, потому что нам медицина не помогает, только вредит. И, собственно говоря, вот в Советском Союзе я имею единственный вот этот кабинет, бутылевский кабинет, и то мы его арендуем, платим огромные деньги за него. Медицина Советского Союза не удосужилась за 40 лет мне представить даже одну комнату для работы, для исследований. Закрыта лаборатория. Значит, что мне удалось открыть? Что глубокое дыхание является причиной около 150 заболеваний. И вообще, главной причиной несчастья и гибели большинства людей. И вот, как же действует само глубокое дыхание? Значит, оно не само повреждает наш организм, а через снижение содержания углекислого газа в легких, в крови и в тканях. То есть мы болеем от дефицита углекислого газа, от дефицита этого яда, как до сих пор представляется медицина. А оказывается, это не яд, а Святой Дух, который спасает нас от страшных болезней. И его дефицит и вызывает болезнь.
На что действует действие гиперинфляции, то есть глубокое дыхание? Значит, уменьшение содержания CO2 в альвеолах крови, уменьшение нарушения обмена, сужение бронхов, сужение сосудов других лакомышечных образований, повышение или понижение артериального давления, прочность связанная кислорода с гемоглобином крови. Это эффект Вериго-Бора. Увеличение содержания холестерина в крови, ожирение, увеличение содержания недоокисленных продуктов, поражение тканей, одышка, слабость, головная боль, головокружение, бессонница, раздражительность, боль в области сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, похолодание конечностей, хромота, вплоть до ампутации ног и рук, снижение трудоспособности, шум в ушах и так дальше. Всех этих симптомов около 500, которые отрицательно вызывают глубокое дыхание. Ну почему это происходит? Почему углекислый газ оказался не ядом, как твердит вся медицина до сих пор, а столь важным веществом? Поэтому наша теория действия глубокого дыхания начинается буквально с рождения Земли. Зародилась жизнь буквально на 1 миллиард лет в Мировом океане. И продолжалось 2 миллиарда лет, пока не появились растения и не начали съедать углекислый газ. Содержание углекислого газа начало снижаться, и сейчас осталось всего 0,03% ничтожное количество углекислого газа. И если это 0,03% исчезнут, то растениям нечем будет питаться. А мы питаемся животными растениями, и животным нечем будет питаться. И жизнь на Земле прекратится без углекислоты. Поэтому углекислый газ – это тот продукт, из которого создано все живое на Земле. И вот по мере накопления кислорода, достигающего 21%, вот такая сейчас стала атмосфера. А нашим клеткам нужно, как и прежде, около 7% углекислого газа и 2% кислорода. То есть воздух нас окружающий ядовит, во-первых, из-за дефицита углекислого газа. И во-вторых, из-за избытка кислорода. Значит, углекислого газа нам не хватает, 250 раз его меньше в воздухе, а кислорода в 10 раз больше, чем нам надо. Вот чем ядовита окружающая нас атмосфера. Вот что происходит сейчас. И оказывается, как только углекислый газ начал понижаться до 7-6%, начались серьезные изменения в крови и в тканях, которые мы до этого перечислили. И вот это не случайно. Почему возникла эта болезнь глубокого дыхания? То же самое делается у плода человека и высших животных. Значит, повторяется почти та же история. Ну, по закону Гэскли, онтогенез, развитие нас, повторяет филогенез. Общее наше развитие, которое произошло с нами. Значит, вот здесь 9 месяцев внутриутробной жизни плода. Если взять содержание углекислого газа и кислорода после того, как он родился и сделал несколько вдохов, то окажется, что содержание кислорода и углекислого газа, как у взрослых, около 45% углекислого газа, даже ниже, и около 100 миллиметров процентов кислорода. А вот что было до родов? Плод находился в ужасных, казалось бы, условиях. Углекислого газа было в 1,5 или 2 раза больше, а кислорода в 5 раз меньше. Вот в этих условиях создается каждый из нас. И что интересно, плод ничем не болеет. Рождаются дети, как правило, здоровые. И как только они первые вдохи делают, падает углекислый газ, повышается резко кислород, они начинают болеть. Оказывается, болеют они в основном от дефицита СО2. Повышение кислорода не столь опасно, но тоже опасно. Что делали мудрые славяне? Они туго пеленали грудь ребенка и покрывали его пологом. Зачем? Чтобы он сразу не раздышался, чтобы постепенно этот переход прошел из идеальных условий внутриутробного матери в эти ужасные условия нашей атмосферы. И мало того, значит, теперь делается обратно. Свободное пеленание, чтобы он мог дышать как можно больше. И дается чистый кислород, то есть повышает кислород до беспредела. Это является сильным ударом по обменной системе плода, и большинство детей, попавших в кислородную палатку, получают или повреждение, или гибель. Видите, какое совпадение? История эволюции, жизнь на Земле и история каждого из нас.
Вот как это красиво выглядит. Я придумал метод изменения дыхания. Значит, сам метод запатентован. Мы вот там патент этот статью покажем. За этот патент шла война 22 года. И вот теперь, как измерять дыхание? Я догадался, что так как закон существует, чем глубже дышишь, тем меньше получаешь кислорода, то у глубокодышащих задержка дыхания будет меньше, чем у дышащих нормально. И вот здесь показано, значит, это сам метод. Вот глубокий вдох идут. Надо уменьшать каждый вдох. Вот каждую неделю вдох уменьшается, если писать это. И вдох уменьшается. Потом появляются сами паузы эти автоматически. Это же второй вопрос, очень сложный. Но принцип метода – уменьшение вентиляции легких. Сам метод, как он выглядит графически. А сейчас что медицина делает? Дышит глубже, дышит глубже, дышит глубже, толкает, соответственно, в отрицательную сторону. Так вот оказалось, что замер кислорода может произвести остановкой дыхания. Если остановку дыхания делать, как в медицине, задержку до предела, потом он раздышивается, это очень плохо, это вредно. Поэтому я придумал измерять паузы. Значит, вот идут вдохи и выдохи. Больной должен расслабиться, сделать обычный выдох и не дышать, пока не появится желание вдохнуть. Желание дыхания появилось, он начинает дышать, но дыхание не углубил. Это контрольная пауза, мы назвали. Но можно еще сделать максимальную паузу. И на дыхание можно выдохнуть, вы держите паузу, хочется вдохнуть. Вы не вдыхаете, а уже усилием воли держите до конца, сколько возможно. Переходите на обычное дыхание. Это называется максимальная пауза. Но можно еще продолжить дыхание и сделать задержку дыхания. Тогда пойдет глубокое дыхание, это очень вредно. Поэтому задержку дыхания делать очень вредно, то, что делает медицина. Только надо взять контрольную максимальную паузу. Разговор о том, как нас приняла медицина Академгородка Новосибирска, будет особый. Как нам со страшной силой мешали. Я покажу то, что мы давали им объективного, что дает наш метод. Это очень важный график. Это количество вызовов скорой помощи по годам к детям, астматикам обслуживаемого района, советского района. Вот здесь 73-й год, сколько было вызовов, 74-й количество вызовов росло. Видите, то есть везде растет заболеваемость астмой среди детей. Был применен наш метод. Вот. 75-м году. Одним врачом на весь район, это Вильма Ауснагенина, лечила детей в том отделении, где мы снимали, в городке. Но лечила она и в поликлинике. И вот 76-й год, если не метод, рост вот так пошел бы. Понятно? Как он идет по статистике сейчас. Это вот я забыл сказать, должны были нарисовать заболевания с других районов Новосибирска. Вы видели вот такую картину роста заболеваемости детей. С момента применения метода в этом районе советском одна врач из 10 тысяч врачей начал применять методику. Вот рост вызова скорой помощи. Это же доказуемо. Видите? Снижение. Снижение, и почти пришли вот куда снилось. Вызовы скорой помощи детям. И это на руководителей района и города и области дало отрицательный результат. Ее же закрыли. И запретили заниматься методом. Это вот закон отрицательного действия нашего метода на начальство. Чем быстрее лучше лечим, тем хуже к нам относятся и больше нам мешают. То есть старая медицина исполняет свой долг уничтожения человечества. Это самая зловредная наука, оказалось. Это не здравоохранение, а смертеохранение, чем она занимается. Она охраняет смерть от нашего метода. Всесоюзный научный центр радиационной медицины. Акт апробации метода ВГД по Бутейко по договору. Вот на больных, пораженных лучевой болезнью в Чернобыле.
Посылочные результаты. 82% тоже результаты получили. Ясно. Костя Павлович, что значит 82%? Из 100 больных, которые лечили 7 методами, не получали никакого лечения, наш метод дал 82%. Это значит, больные вылечились, им просто стало легче? Или, так сказать, ушли? Ну, вопрос вылечились, это сложный вопрос. Ну, наступила ремиссия, улучшение по всем показателям. Я вот написал письмо министру, а потом и замминистра Шестакову, о том, что метод должен действовать и при других вирусах. Потому что на наши методы дети перестают болеть вирусными заболеваниями, то есть простудными заболеваниями, гриппом. Затем легче переносят все детские болезни вирусные тоже. У нас имеются несколько случаев излечения клещевого энцефалита, в Сибири тоже вирусного. Поэтому метод должен действовать и при циррозе печени, и при хронических гепатитах вирусных. Это оправдалось. И потом я написал заявление, что надо пройти при больных со СПИДом. И нам дали 12 больных СПИДом. И вот мы получили тоже, ну, тут получили почти 100% эффект положительный по всем показателям. 12 больных. Это заключение Киевский научно-исследовательский институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского. Это мое обращение к Шестакову. Две тысячи лет тому назад только величайшим гением, ну, типа вот Иоанна Златоуста, вот, или вот его другие названия есть, который создал апокалипсис, то есть предсказал нашу гибель. Он тогда видел, что мы идем к гибели. А еще уже все кретины понимать должны, что мы уже наполовину погибшие. Сейчас у нас гибель идет полным ходом. Ее нельзя, уже остановить нельзя. Идет гибель через самоотравление, самоуничтожение и через вырождение. Мы сейчас рождаем уже 99% кретинов. Мы уже кончились фактически. И вряд ли удастся нам спастись. Цивилизация эта должна погибнуть. Единственное, что может удастся ее спасти, если мы найдем причину нашего вырождения, нашей гибели. Вот как будто бы я причину нашел, это глубокое дыхание. Но у нас 40 лет не воспринимают. Я слишком поздно это открыл. Потому что 19 век был век открытия причин. Нашли причину чумы, холеры, тифов, вирусы, микробы и побороли эти болезни. Каким путем? Профилактики, недопущение заражения. А то, что сейчас идет, наше вырождение, алкоголизм, мошенничество, бандитизм, все эти болезни, шизофрения, неврастения, раки, все, что сейчас нарастает, причина неизвестна была. А я сказал, глубокое дыхание причина, это не воспринимается. Вот 40 лет я твержу, как втрое. Кто там? Кассандра или кто? Твердила им. Они ничего не понимали. Вот я уже 40 лет твержу, что двуногие кретины, вы идете к гибели от глубокого дыхания. И не могут это распространить. Никто ничего об этом не знает. Почему? Нет причинного мышления. Поэтому мое свежайшее открытие, новейшее, я открыл причинное мышление. Значит, я открыл, почему мое открытие причины болезни, гибели цивилизации, не воспринимается. Пропало, вырвалось причинное мышление. Осталось скотское мышление, что будет. А причина этому никого не интересует. Дело в том, что водка подорожает, узнает страна за неделю, чтобы этой гадости накупить, балдеть и вырождаться. О том, что не подыхает и болеет кретина глубокого дыхания 90%. Я твержу 41 год, никто ничего не знает. Не могут передать. У них нет причинного мышления. Вот в чем дело. Вот какой ужас. Вот чему все свелось. Константин Павлович, как вы думаете, мне удастся картина? Увидеть? Конечно, конечно, но мало ее кто поймет. Ее примут. Поймут причинномыслящие. А их осталось 1 на 1 000 000. Спасибо, Женечка. Вам спасибо. Ты молодец. Вам спасибо, вы мне жизнь спасли. Я что могу сказать? Ну, это мой метод спас. Да, я же спас. Да. Вы его отстали. Поэтому чем тяжелее больно, тем больше понимает какое-то чудо.
Спасибо. Но в то время, когда я выдержал самую тяжелую картину своей жизни, я, конечно, понял, что, ну, не снять фильм просто нельзя. 5 лет я думал, потому что все-таки я кинооператор, я не режиссер. Вот. И, наверное, достоинства режиссерские этого фильма не самые высокие. Но я снимал это от чистого сердца. Я снимал, потому что я видел за то время, пока я болел, я видел столько горя. Я видел столько больных людей в этих клиниках лежат, и их практически не лечат. Вот то, что с ними их пытается вылечить, и люди старательные, и врачи хорошие вроде, и стараются, и столько аппаратуры кругом, столько всего, а люди больные, люди не вылечиваются. Просто удивительно. Широк на сегодняшний день он охватывает около 150 заболеваний. Но это не должно звучать как-то пугающе в плане того, что это очередная панацея. По обычному справочнику медицинских болезней известно около 30 тысяч нозологических единиц. Поэтому 150 – это не все болезни человека, но это основные заболевания. То есть 90% заболеваемости болезней, которым болеет человек. Это вот эти как раз 150 болезней составляют. Поэтому и кажется, что это бутейка все охватывающие. Как-то так складывается, что Абдейка узнают, нужда заставляет. Сейчас его фамилия как бы на слуху у общества. В 79-м году, когда я узнал о нем, меня жизнь толкнула на осмысленные поиски, как смертельно больного человека, пневмосклероз, пораженная кишечная система, желудочная наследственность по желудочным заболеваниям. Перспектив никаких, кроме могильной. Поэтому я нашел по счастливому стечению обстоятельств. Женщина дала мне лекцию Бутейко, за что я по гроб жизни ей обязан. Кстати, сама она не смогла этого оценить и понять не смогла, а для меня это явилось спасение. Поэтому я приехал к нему, выздоровел с помощью его метода и бесконечно рад, что являюсь его учеником. С самого начала было ясно, что это самое крупное открытие в истории человечества. Это вообще никаких сомнений не вызывает. Вот иногда нас называют фанатики и так далее. Какие мы фанатики, если за 40 лет, значит... Ну, минимальное количество населения знает об этом методе. Долго мне не могли поставить диагноз, и поставили его, когда я вообще уже не ходила, и держалась только на наркотиках. Мне поставили диагноз лимфогранулематоз 4ББ, смешанный клеточный вариант. Что это лимфогранулематоз? Ну, это злокачественное заболевание крови. И, понимаете... Я оказалась не болея, и вдруг оказалось, что я, можно сказать, умираю. Вызвали уже даже маму. Очень. Я не двигалась, боли были адские. Ну, мне поставили первую химиотерапию, и я вдруг встала на ноги. Поразительный, конечно, тоже был случай. И прошла я 4 курса химиотерапии и облучение... по радикальной программе. Очень добросовестно лечилась, я вообще исполнительный такой человек. И потом оказалась у разбитого корыта. Значит, это говорит о том, что я уже больше не могу ни химиотерапии принимать, ни облучения. У меня осталось только вот... Я сама с собой осталась. Как вот мне выживать? Когда я вот осталась при своих интересах, я поняла, что я не двигаться, ничего уже не могу, осталось только дышать. Думаю, надо помогать дыханию. И вот я приехала в этот центр. Я даже не ставила цели, что меня здесь вылечат. Я просто хотела себе помочь. И попала я в группу Карины Иннокентьевны Семиной. Это было 8 мая. 1989 года. Вот, понимаете, самый первый день занятий,
Вот ее рассказы об этом методе меня настолько вдохновили, настолько вот мое сознание все это прониклось этим методом, и я вот просто про себя решила, что это мне поможет, обязательно поможет. Ну, конечно, пауза была у меня 6 секунд, очень было трудно ее сдвинуть с места. Но даже за 2 недели, что я обучалась, я достигла 20 секунд. Для меня это была большая радость. Понимаете, что уже 20 секунд, что что-то можно сделать дальше. И в середине лета я считала, что я уже практически второго человека. Но поднять паузу вот после 30 секунд было сложно. Я включала ходьбу. Включала ходьбу и добила где-то 20 километров в день. Я приехала осенью, отвратилась от радости, понимаете, что я могу работать, как-то двигаться, ну, жить нормально. Ну, конечно, у меня анализы очень резко улучшились. И потом с каждым годом у меня все лучше и лучше и лучше анализы. Ну, я много лет уже нормально себя чувствую. Я бегаю через 2 ступеньки, через 3, понимаете, я не ощущаю, как будто я в институте училась, в точности так же. И самое главное, что мне очень охота путешествовать. Вот сейчас. Мне кажется, я могу месяц, 2 месяца идти куда-то в гору и совершенно не устать. Я считаю, что это, когда у человека есть вот такое чувство, что он может идти не уставая, это значит, он здоров. Как понять, вот, блин, казалось, мне даже не видеть, я тогда смотрю, даже не могу себе представить, как это... Да. Мне что там, во-первых, я была лысая после второй химии, у меня волосы все выпали абсолютно. Главное, что врачи не предупредили об этом. Для меня это было такое потрясение, когда я вымыла голову и осталась без ничего. У меня вот ребенок здесь, он очень стеснялся, когда к нему друзья приходят, я завязывала косынку. Потом у меня такие блеклые какие-то стали расти, кудрявые. Ну, не мои волосы, а сейчас мои. Будет прок, а я займусь вместе с самим Бутейко, значит, я буду все-таки медицину атаковать. Значит, министру напишу на следующей неделе, премьеру напишу на следующей неделе. Причем вот... А вы кто попросите? Я специалист совсем другого, я специалист по производству ракет. Ну, кстати, я вице-президент Академии. Так вот, значит, нужно этим... Дыхание не затаивайте, только держите осанку хорошо и... Побежали на месте. Побежали, а ты попрыгай. Женя, держи, 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 Женя. Держи, 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 держи. Держи, держи, держи. И когда дети бегут, ваше внимание должно быть акцентировано на то, чтобы дети держали воздух закрытым. Когда бег прекращают дети? Когда? Все, ты уже все слышно? А ты еще можешь побежать. Значит, попрыгай даже зайчиком. Тихо. Значит, если раньше вы побежали еще энное время. Ой, какой зайка у нас. Тихо. Опусти плечики. Так. Хорошо. Тихо, дыхание. Значит, это касается и детей, и взрослых. Если у вас возникнет глубокое дыхание на тропе, вот большие спортсмены на тропе погибают, от чего? У них идет неадекватно огромное дыхание. А потом возникает так называемое второе дыхание. И он чудом остается жив. А что такое второе дыхание? Мы объясняем физиологически.
То есть он продолжает физическую максимальную нагрузку, но дыхательный центр перешел на минимальное экономное дыхание. Понятно? Это его спасает. Так вот, метод в этом и заключается. Мы вас должны приучить, как спортсмены говорят, ко второму дыханию, но они никогда не объясняют, что это такое. А мы вам даем физиологическое понятие. Так, молодцы, вставайте на место, а сейчас группа взрослых встали. Встали. Значит, сейчас нагрузка для взрослых. Делайте сиденье в стуле так, чтобы вам ничего не мешало. И вы могли выполнить эту нагрузку. Значит, мы с вами вчера разобрали уже и бег, и некоторые прыгали, так или нет? Значит, и ходьба. Значит, каждый из вас знает свое состояние, самочувствие. Владимир Федорович немножечко перепрыгал. Поэтому сегодня лучше на 2-3 секунды остановиться вовремя, чтобы после этого дыхание не срывалось. Осанка. Бег или ходьба, каждый из взрослых делает выбор сам. Чтобы я потом поставила вам пятерку. Носиком группа тихо, выдохнули носики, пережали свои и побежали или пошагали. Побежали или пошагали. Секунды скажу каждому в конце, когда вы закончите свою нагрузку. Лариса 15, Марина 18, 20, кто садится сейчас, 22, 23, 25. Сели, и что мы должны проверить? Ребрышки, чтобы у нас не двигались. Примерно то, что мы у детей. Смотрим. Живот в курсе не должно быть. Крылья носа. И проверьте, как дышит правая и левая половинка носа. Значит, метод мы каким образом должны понимать? Значит, мы должны приучить себя к неглубокому дыханию, когда у нас головная боль, насморк, боль в сердце. Что нужно? Сесть прямо и максимально расслабиться. Давайте повторим, как мы научились расслабляться. Приняли осанку, ноги под себя. Руки так разместите удобно на коленях. Сядь, Антон, ровненько. И напрягите все мышцы, кулачок. Напрягите грудную клетку. Сильно-сильно напрягли, 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 напрягли. Фонарики. Антон, сядь ровненько. Сядь ровненько. Как мышцы устанут, оставьте это. Расслабьте теперь. Опустите напряжение. Владимир Иванович. Вот так и сидите. Расслабился. Значит, какое приятное ощущение напряжения и расслабления. Сюда немножечко вперед. Все настроились на максимальную паузу. Носиком все тихо выдохнули, носики пережали свои, пережали глазки вверх. Не голову, а только глаза. И я скажу ваш максимальный замер в конце. Максимальная пауза. 17, 20, 22, 25. Шестой день занятия. 28. Тихо-тихо. 30, 32, 33, 35, 37, 40. 42, Леночка. Очень хорошо. Нас учат, запишите, всеобуч, читая литературу, занимаясь спортом. Вы все знаете, что какое дыхание должно быть у современного человека, цивилизованного? Глубокое. И только лишь люди, не имеющие цивилизации, племена дикие, ведь эти ваши болезни называются болезнью цивилизации.
Поэтому дикие племена не имеют ни остеохондроза, ни аллергии, ни гипертонии, ни астмы. Этого ничего нет. Это только у нас, глубоко дышащих, всеми формами информации массовой. Мы научили людей грамотных какому дыханию? Глубокому. Возьмите ваш обычный выход на природу. Вы оказались у реки, у моря, в лесу, у озера. Весь воздух. Что вы начинаете? Глубоко дышать. И после такой прогулки, какими вы возвращаетесь домой? Пьяные, уставшие, голова кружится, лицо отекшее. То есть вы с прогулки на природу приезжаете какими? Больными. Значит, глубокое дыхание опасно, и ему обучают даже будущих детей в утробе матери. Поэтому беременная мама входит в женскую консультацию, ее учат, чтобы она специально глубоко дышала во время родов. А ведь был проведен эксперимент. Беременных овечек искусственно заставляли глубоко дышать. Возникают выкидыши. Поэтому несостоявшаяся беременность, выкидыши, мертворожденные и так далее, все проблемы, связанные с гинекологией, с рождением ребенка, оказалось завязанным на характере дыхания. Понятно? Поэтому вы, молодые мамы и папы, должны знать, что будущий ребенок закладывается относительно неплохо в отношении здоровья, когда ваша беременность и у папы дыхание пауза в пределах 30-40 секунд. На этом фоне ребенок развивается совершенно другим. Сегодня... Они закончили уже. Закончили, да? Да. Значит, группу можем отпустить. Да. Записка, да. Ну что ж, но генеральные вопросы и должны всегда отвечать на генеральный вопрос. Значит, какая причина вот сейчас у нас? Мошенство, бандитизм, там, разврат идет, война. То есть все несчастья. Вот. Большинство людей умирает. И чего это? Молодчинка. А глубокое дыхание чего? Причина глубокого дыхания? Ну, большое количество информации, что надо дышать как можно глубже. Да, все это так. Инфекции, наличие инфекции в организме, больные. Ну, на самом деле, от глупости же. Я же 40-й год не могу видеть мое открытие, потому что население этой человечества настолько глупо, что не воспринимает это. А глупость от чего? Какая причина глупости? Всемирная. Глубокое дыхание кого? Матерей. Это нужно четко отвечать. Глубоко дышащая мать, стад пуповин, нарушение обмена и рождаются кретины. Вот эти вот 99% детей, они же совершенно неполноценны. Там устное, физическое и так далее резкое отставание. И поэтому вот ходят вот по улицам эти вот потлатые кретины. То ли мужик, то ли баба. Почему дивергенции полов? Гермафродитизм, извращение половое. От чего это? От глубокого дыхания матерей и самих детей. Вот как нужно все рассматривать. Поэтому как можно сейчас спасти мир, чтобы он воспринял мое открытие? Поставить матерей на метод, чтобы они рожали гениальных детей, тогда они это открытие воспримут. А такие же дети, видите, не воспринимают. А дети методические... Что такое медицинские дети? Знаете? Нет? Над этим надо работать. Дети, которые рождаются у матерей и с нормальным дыханием, нашей методикой, они резко отличаются от таких детей. Даже в семье одной.
Ну, то Леночки, если взять нашу Володю. У нее, значит, были тяжелые роды у бабушки, тяжелые роды были у матери, у нее тяжелейшие роды, она двух рожала дочек. По суткам рожала, ну, она решила, что так по наследству идет. А муж еще, когда женю, сказал, что девочек мне не надо, рожает только сынов. Ну, там, знаете как, попросту, таких мне не надо. Вот. А у него две девочки родились. Он сказал, рожай, пока не родишь сына. А у нее фиброма огромная выросла, бесплодие, не может. Он сказал, тогда буду менять, мне нужны сыновья. Разве не рожал? Понятно? Она пришла ко мне лечить фиброму. Но она спасенка в прошлом и очень быстро исправила дыхание. Она паузу с 15 секунд, чуть не до 120, довела за 2 недели, что ли. Фиброма через 2 месяца рассосалась, на 3 месяца она забеременела. Не токсикоза, который раньше был. Она расцвела, помолодела. Она играла в волейбол до 9 месяца. Она, кстати, методист жена. Рожала абсолютно без боли. И родился сын. Причем шевеление плода началось на месяц раньше, чем обычно. То есть ребенок быстрее созревает. И рождается, как 2-3-месячные дети. Родился, он поднял голову, пополз, уже начал сосать, и все было в порядке. Даже эти дети, если по надобностям нужны, они кряхтят. Если уловить это, сажать на горшок, то пеленкой надо стирать. Вот такое чудо, что только медицинский ребенок. И вот такие дети усваивают интуитивно информацию, которую мы даем, не зная еще языка. Нескольких месяцев усваивает этот метод. И вот она потом решила рожать еще одного, родила второго сына, еще лучше себя чувствовала. Помолодела вообще, ей, может, было только 25 лет, а не 38, как это было. И второй ребенок еще лучше был. Понятно? Она хотела дальше рожать, а муж сказал, все, хватит. 4, да. Вот какая история. Это закономерно. И вот эти 2 мальчика и 2 девочки, это грандиозный контраст. По здоровью, по умственному развитию, по энергии, по всему. Как будто бы это разные дети от разных родителей. И вот 2-летний Константин, на первого сына назвал Константина, мою честь. Он в 2 года командовал всей семьей. Вот он там сидит, смотрит. А у него 2 дочери, то есть 2 сестры же, на 5-6 лет старше. Одной было 5, а другой 6. Вот старшая сестра берет спички, он говорит, Машка, положи спички на место, ты квартиру сожгешь. Этот 2-летний, методический, говорит глубоко дышащей сестре 6-летней. Бабушка, ты что идешь в магазин, ты же кошелек забыла. Мама, ты же мечешься, твои колготки под кроватью. И он назвали Чингисханом. Вот видите, их глубокодычи суетятся, понятно, или что-нибудь болевают, не соображают. Он стал командиром всей семьи. Вот что такое методические дети. Это, я считаю, мое самое гениальное и огромное открытие. За 30 лет по паузе, когда я читаю лекции, 30 лет назад, то в среднем пауза была в аудитории около 20-30 секунд. Сейчас пауза выйдет 10-15 секунд. За 30 лет спустились минимум на 1 ступеньку. Еще 30 лет ступенька и гибель цивилизации. Боже, таблица это показывает. Куда мы спустились за 30 лет. Поэтому более серьезного знания, чем это, что дается здесь, нет на Земле. Это самое важное, это должны знать все люди. Вся остальная информация, это дезинформация, это глупость. Вот как мы ставим вопрос. Поэтому всех своих родственников ставьте идейно на это, чтобы они понимали, что это такое. Умные будут тренироваться, не спасутся. А глупые не возьмут. Погибнут от глубокого дыхания в страшнейших мучениях. Вот что такое это открытие метода. Понятно, да? Значит, желаю вам на малом дыхании большого здоровья. Вы здесь получили то, что надо знать всем. Это самые важные знания из всего, что есть на Земле. Из всего, что было, из всего, что будет. Более важно не было и не будет. Понятно, да? Если эта цивилизация схватит мое открытие, спасется, нет, погибнет. И погибнет вся Земля. Все философские системы зашли в тупик. Значит, философия – это высшая наука, что такое филос? Люблю. София – мудрость, значит,
философия – это любомудрие. Оно пришло в жуткий тупик. И теперь, если собираются люди, что говорят, брось философство, давай дело делать. То есть философия стала не нужна. Она ложная. Она нас привела вот к этой гибели. Потому что все философские системы, особенно последняя система, это марксистско-ленинский диалектический материализм, оказалось, это супер ложная, это кретиническая система самоуничтожения. Те народы, которые принимают систему, они самоуничтожаются. Самоуничтожение. Потому что все ложно. Говорят одно, а делают другое. Вот какой принцип этой системы. Самая гнусная философская система, она сейчас лопнула. И поэтому сейчас вот будет философский съезд 22 августа этого года. Будет 19-й Всемирный съезд философский, наконец, в Москве впервые, в нашем университете. И вот там, значит, я посмотрел программу, там, значит, около 50 философских систем. Значит, философия математики, философия физики, философия Востока, Запада, японская, китайская, какие-то у них философии. И поэтому я думал выступать там, заключение, конечно, и сказать то, что вот я люблю говорить, когда неизвестно, каков будет результат. И привожу, я там скажу о таком примере медицинском. Мудрый и очень лысый пришел к врачу и спрашивает, есть у вас средство вылечить лысину? Ну, конечно, у нас 1000 средств. А, спасибо, понятно. Значит, нет у вас ни одного. Потому что если было хоть одно средство лечения лысины, зачем же остальные? Вот так с вашей философской системой. Если бы хотя одна была, все объяснить, зачем остальные? Значит, нет философской системы, которая все бы заменила. Значит, надо ее создавать. Все философские системы созданы и высланы из дурного пальца, индивидуумы. Они не могут быть мудрыми. Мудрость в народах, которые пережили страшные мучения и вышли победителями. Теперь надо создавать философскую систему, основанную на мудрости народа. Поэтому я сейчас создаю народное вероучение разума. Ну, мой народ украинский, поэтому будет украинская философская система. Потому что я других народов мудрости не знаю. Поэтому, как только нужно мне что-нибудь спросить или решить, я обращаюсь к мудрости народной. И получаю ответ. Ну, ты, Паш, хорошо, а это... Ну, а я русский, и тоже не совсем. Нам куда обращаться? Ну, к тому народу, мудрость, которую вы знаете. Ну, куда же обращаться? Но я думаю, что мудрости всех народов, в принципе, будут одинаковые. То есть истина одна. И поэтому, если сходить мудрости народа, то окажется, эта философская система всеобщая, и, наконец, она позволит нам привести в порядок этот хаос, который сейчас существует, и спасти мир и цивилизацию от надвигающейся гибели. Вот какая у нас сейчас задача. Буквально еще 100 лет, и не будет ни одного здорового человека на планете. А из 100 детей, сколько вы можете найти здоровых на сегодняшний день, у которых не было бы ни аллергии, ни постоянных простуд, ни сниженного иммунитета? Спасение самого человека. Это должна быть государственная программа заинтересованного правительства, если они хотят, чтобы было ли здоровое население. Здоровое население, которое будет работоспособное, а не просто отсиживать, как мы привыкли, на предприятиях. Если мой фильм какую-то каплю в море пробьет этого замалчивание, то я буду очень счастлив. Я буду бесконечно счастлив, если он хоть там 1000, хоть 100 тысяч найдет людей, которых увидят его, которые примут этот метод, я буду бесконечно счастлив. Иногда мне такая крамольная мысль приходит в голову, что вот Бог наказал эту землю, и в то же время он ее любит. Конечно, он любит ее, раз он послал Бутейку. Тоже идут письма. До 200 писем в день приходит. Конечно, не то, что читать, даже открывать их некогда. Но этот несчастный просит помощи.
Значит, откуда все исходит? Значит, 35 лет тому назад, 7 октября 1952 года, после окончания Первого медицинского института, на кафедре моего учителя академика Тареева в клинике госпитальной терапии у Петровских ворот, это здание с колоннами, я потом покажу ее фотографию, во время дежурства в клинике мне пришла мысль, что моя гипертоническая болезнь, которая начала у меня так бурно развиваться, возникает от глубокого дыхания. Такая вот странная промелькнула мысль. Я занимался в кружке по терапии, по акушерству гинекологии, и оба моих руководителя дали мне тему «Злокачественная гипертоническая болезнь». Вот я знал все об этой болезни, и сам я ее заболел. Я понимал, что гибель в течение года. Никакого спасения. От рака можно спасти, вырезать там, облучиться. А злокачественная гипертония – это 100% гибель. И поэтому я даже возненавидел эту науку, которую я так тщательно изучал, будучи круглым отличником в институте. И я ничем не могу себе помочь. Иванович, вот на это дежурство, раз я не буду говорить, почему такая мысль пришла. Странная, конечно, мысль. Болезнь от глубокого дыхания, может быть. Но она промелькнула. Я решил тут же ее проверить. Каким образом? Уменьшить себе дыхание. У меня уже была головная боль. Сердце болело, правая почка болела, боли были. Я тут же начал уменьшать дыхание, то есть я мгновенно изобрел метод волевой ликвидации глубокого дыхания. Я уменьшил дыхание, минуты не прошло, как у меня головная боль прошла, сердечная боль снялась и боль почки прошла. Я решил проверить, так ли это связано, открытие, верно это или ошибочно. То есть я тут же изобрел способ проверки глубокодыхательную пробу. Я сделал 5 или 7 глубоких вдохов, 5 заболела голова, заболела сердце, заболела почка. Я опять применил свой метод, уменьшил дыхание, все снялось. В эту же минуту начал работать лихорадочная мысль. А что происходит? Как это теоретически обосновать можно? Оказывается, тогда, в 1952 году, уже было достаточно данных, чтобы это обосновать. Глубокое дыхание удаляет из организма углекислый газ, вызывает спазмы бронхов, сосудов, кишечника и так далее. А спазм уменьшает поступление кислорода в организм, вызывает кислородное голодание. Это усиливает дыхание, замыкает прочный круг. Да, подышите глубже сейчас. Хорошо, соседа, что мы видим. Что появится, скажете, что у вас появляется? Головокружение. Головокружение чувствуется, начинает. И спазм здесь, да. Угу. Он уже чувствует сам хрип. Если потужить сейчас легкие, там будут хрипы. Вот он сделал 4 глубоких вдоха, и болезнь сейчас проявилась. А теперь так ему рекомендовали, учили, вся медицина учит на сегодня во всем мире. И поэтому мне сразу представилось ясно, что не только гипертония, но и стенокардия, то есть ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты, язва желудка, там, эндортелит, болезнь Рейно. И так дальше. Целое сонмище болезней, связанных, даже хронический нефрит, связанный со спазмом сосудов. Они могут быть от глубокого дыхания. Затем глубокое дыхание изменяет pH, кислотно-щелочное равновесие, оно вызывает нарушение обмена веществ. А нарушение обмена веществ вызывает превращение иммунных реакций в аллергию. Значит, аллергия должна быть от глубокого дыхания. Отложение солей, ожирение, истощение. И в конце концов понижение иммунитета. То, что мы сейчас наблюдаем. Значит, простудные заболевания должны развиваться. И даже СПИД должен нападать на глубокодышащего в первую очередь. И нарушение обмена может быть настолько глубоким, что может возникнуть рак, опухоль. И раки могут развиваться от глубокого дыхания. Это вот первую минуту открытия я так теоретически себе представил. И тут же решил проверить, так это или нет. Потому что если это так, то что же делает мировая медицина? Она обучает население глубокому дыханию. Люди заболевают глубоким дыханием. Как их лечат? Это отдыхательная гимнастика, дыши еще глубже. И дают вещества, усиливающие дыхание. Расширяют бронхи, расширяют сосуды. Всеми способами пытаются усилить дыхание. Значит, они не предупреждают болезни, не лечат, а заражают население глубоким дыханием и порочными методами уничтожают людей. Она у нас перестала уже кушать, перестала у нас вставать. И постоянное введение, значит, кратковременного курса этих гормонов,
В общем-то, мы боялись его применения. Постоянную ингаляцию филином. В общем, постоянно не выложила на таблетках ингаляторах вот этих. Вот, но ей было все хуже и хуже. Значит, произошла остановка сердца. То есть наступила у ребенка клиническая смерть. Вот теперь мой метод наоборот. Не дышать, уменьшать дыхание. Вот он затаился, видите? И скажите, как у вас будет проходить все? Уже голова перестает кружиться. Головокружение, видите, прекращается. Этот метод оказался простой, уменьшая глубину дыхания, но очень сложный по освоению. То есть истина всегда проста, но трудно достижима. Так и в данном случае. Метод состоит из 5 пальцев, из 5 понятий. Уменьшать глубину дыхания расслаблением диафрагмы до маленького недостатка воздуха. Весь метод. Но чтобы больной усвоил и научился вас уменьшать дыхание, это требуется минимум 7 дней, 5 дней. По часу обучаем их, и они потом сами даем задание на дом, они тренируются, обучаются. В этом зале мы проводим специальные упражнения, дыхательные упражнения. Обучаем больных приемам снятия предупреждения бронхоспазмов и сосудистых кризов. Фактически даем теоретические и практические навыки по нормализации и регуляции дыхания. Мы смотрим клинические вещи, смотрим, насколько больные постепенно отходят от лекарственной терапии, приходят к нам на большом количестве доз бронхолитиков, эфилинов, всевозможных ингаляторов, гормонотерапии. Здесь, применяя методику ВЛГД, постепенно они заменяют методом ВЛГД частично или полностью лекарственную терапию. Количество больных большое и эффект положительный. И как субъективное ощущение, так и объективно по обследованиям. Так что здесь идет принципиальная борьба идей и методов. Но истина за нами. Мы получаем 100% эффект излечения. Это мы доказали в Ленинграде на 46 больных взрослых в 68 году. И повторно в 81 году по приказу Совета Министров моя ученица Генина в Первом медицинском институте на кафедре педиатрии получила 52 ребенка, вот таких как Олечка, которые довели до полусмерти. И отдали моей ученице на полном наборе лекарств. Она все отменила, и через сутки был такой же эффект. И дала 100% положительный результат при отмене всех лекарств. Этот документ лежит в Минздраве и в высших инстанциях. И только после этого мне выдали авторское свидетельство. Этим мы еще раз доказали, что мы получаем 100% положительный эффект. Как ты себе снимаешь приступ? Как ты сегодня в автобусе? Как себя чувствовала? Я плохо. Приступ начинался? Да. И что ты сделала? Как миска достала. Прошел приступ? Да. И ты пришла уже спокойно? Да. А вчера какой был приступ, как ты его снимала? Никак. Вчера, когда ты пришла сюда, как ты снимала приступ? Ну, медленно достала, не слышно, не видно. И сразу прошел, да? Нет, не сразу. Знаете, я чуть-чуть поделаю и все прокурор. Мне же невероятно повезло что-то открыть, что переворачивает все мировоззрение и все состояние общества. Уже идет дальше невероятная штука. Те блага, к которым мы стремимся, углубляют дыхание. Питание, так сказать, белки и так далее, углубляют дыхание. Кофе, крепкий чай, алкоголь, табак, наркотики, все это углубляет дыхание. То есть человек собирал все то, что углубляет дыхание. И оказалось, что это принцип, на котором живет мир, это больше дышать, больше отдыхать, больше лежать, больше спать, больше развлекаться, развращаться. И не работать физически, это есть порочный принцип мышления, он называет порочный образ жизни и гибель цивилизации. Вот как все обернулось из «не дыши», куда это привело.
Глубокое дыхание удаляет углекислый газ, вызывает спазм сосудов, бронх, вызывает кислородное голодание мозга. И чем глубже мы дышим, тем больше глупеем. Раз глупее, значит, мозги не работают, а наша подкорка, звериная часть, усиливается. И человек превращается из разумного существа в безмозглую звериную тварь. Я нахожу здесь 7 путей самоуничтожения человечества. Значит, первое — это война, явно. Ядерная или химическая, или бактерическая война — это гибель всему живому. Но более опасно то, что идет сейчас, это самоотравление среды. Мы же отравляемся лекарствами, ядами, химикатами, отравили уже землю, воздух, воду уже все отравили. И в каждой из нас сейчас в мозге десятки миллиграммов яда химикатов, которые лишают нас разума. Это порочный образ мышления, отсюда порочный образ жизни. Вскрыть новый принцип мышления, значит, надо не додышивать, не доедать, не досыпать и работать до пота. Это полезно. Но, конечно, это ломка колоссальная. Это есть истинная перестройка. Вот что перестраивает. Вот что нужно сегодня делать. И поэтому я удивляюсь. Такая простая вещь, открытие причины болезни, доказывается за 30 секунд. Метод действует уже за 5, за 10 минут, за сутки дают колоссальные сдвиги. 35 лет мы не можем это внедрить. Кто на нашем пути мешает нам? Медики-академики, они уничтожают. Это страшные, злейшие враги здоровья народа. Вот что они оказываются. Они делают вид, что ничего не понимают. Вот мы показали вам Олечку и Вику. Олечке 5 лет. Она за 3 минуты усвоила метод и сегодня уже здоровая. И что она сказала, чего болеет от глубокого дыхания? А академики делают вид, что они 30 лет не могут это усвоить. Мать учит глубоко дышать, беременную мать. Ребенок внутри матери уже приучается к глубокому дыханию. Содержание СО2 понижает. И поражается нервная система. Это детский церебральный паралич. Сейчас это бич такой. При первых же вдохах у нее резко понижается содержание углекислого газа в организме. И в 5 раз повышается кислород. Это для него страшно непривычно. Это газовый удар по организму. Надо стараться не дать ребенку раздышаться. И постепенно перейти в эту атмосферу и не дать ему глубоко задышать. Этим занимаются сейчас матери по бутылке. Это методические дети. Они здоровые, крепкие, развитые у них. По умственному, по физическому развитию превышает своих сверстников во много раз. А что делается сейчас? Потому как только он родился, его тут же что? Ручки вверх, ручки вниз, чтобы раздышать или прямо в кислородную палатку. И когда этим очень увлекались, то дети слепли от кислорода. Тогда взяли крысят маленьких. Повесили в чистый кислород, и они ослепли, вскрыли глазное дно. Оказывается, за 2-3 дня развивается склероз сосудов глаза. Снизкое содержание кислорода в утробе матери дают чистый кислород. Это делают сейчас вот, в наших клиниках. Такой идиотизм. Какая глупость идет. Кислородотерапия проводилась, в общем-то, во все времена. В настоящее время практически во всех пульмонологических стационарах, на обычных даже районных больницах, централизованно происходит подача кислорода в отделение. У нас точно так же подводка централизованная, и, в общем-то, палаты, в которых лежат наиболее тяжелые больные, оснащены также подводкой кислорода. Кислород подается во время приступа бронхиальной астмы, и, кроме того, с помощью кислорода можно отпускать непосредственно у кровати больного пары кислородной ингаляции. Медицина фактически, не зная причины болезни, не зная механизма болезни этих, вызывает глубоким дыханием ухудшение состояния.
и лекарствами усиление гибели больных. Пока не было средств лечения от астмы, никто в приступе астмы не умирал. Сейчас астматики умирают во время приступа астмы и не от астмы, а от лечения. Вот же какой ужас открылся. В этом деле нас спасли корреспонденты и работники информации. Потому что если бы об этом ничего не было известно, давно все было уничтожено и забыто. Поэтому корреспонденты приезжали, смотрели больных, смотрели врачей, изучали все. Ни один академик-медик не приехал, ни одного больного не посмотрел за 35 лет. Хотя их прошу, умоляю. Вот какие странные, невероятные вещи творят с этим делом. Они не понимают, что чем дальше затягивается это открытие, тем сильнее будет взрыв. Потому что недопущение моего метода за год практику дает больше болезней, смертей, крови, несчастья, слезы и убытков, чем вся мировая война дала. Поэтому те, которые делают лишь ничего не понимают, они являются преступниками выше фашистов. И когда-то человек с них спросит же, что это было, глупость или злонамеренное укрывательство этого открытия, которое спасет миллионы людей. Итак, мы сегодня начнем четвертый наш урок. Значит, ясно, что у всех возникает очень много вопросов. И теоретических, практических, особенно организационных. Как теперь этот метод, как можно быстрее внедрить в практику, чтобы принести пользу детям, матерям, так сказать, и затем всем остальным. Значит, что тут нужно еще раз подчеркнуть? Что мы строго делим внедрение метода на три этапа. Первый этап – это сообщить населению о том, что глубокое дыхание – причина таких-то болезней. Уже это поможет тем, что прекратится тренировка глубокого дыхания. Второй этап – научить измерять дыхание детям и всем остальным и применить метод для снятия симптоматики. Применять метод только когда плохо, что полное излечение болезней, которое никто никогда у этих больных не достигал, достигает теперь метод, он должен быть под контролем высокого специалиста, который знает, как больного провести через все этапы. Начинает там очищение, каналы очищения работают, выделение там лекарств и все прочее. Это все не страшно. От этого уже не умрешь, если уменьшаешь дыхание. Даже радует больных. Но это надо все знать хорошо и провести. А у нас пока нет специалистов. Пока мы научим область применять метод одномоментно. Помочь в любых ситуациях, от всех бед. Замерзаешь, применяй метод, согреешься и так дальше. То есть нет такого состояния, где бы метод не помог. И особенно помогает успокоить нервную систему, усыпить себя и так дальше. От всех бед. Замерзаешь, применяй метод, согреешься и так дальше. То есть нет такого состояния, где бы метод не помог. И особенно помогает успокоить нервную систему. Запомните это, потому что жадные люди захотят, значит, вот сразу хочу вылечиться и прямо туда, Богу в рай. Алчные же. Сегодня буду как раз говорить о вреде алчного мышления. Сейчас же люди страшно алчные. Их воспитывает алчность. Побольше себе есть, спать и так дальше. Это алчность, с ней надо бороться. Поэтому не будьте жадны. Научитесь применять метод, когда вам плохо. И уже будете этим довольны, благодарны. Что человек оказался самый неблагодарный, самый кровожадный. Запомните это. Потому что жадные люди захотя, значит, вот сразу хочу вылечиться и прямо туда, Богу в рай. Алчные же. Сегодня буду как раз говорить о вреде нервной системе, усыпить себя и так дальше. Запомните это. Потому что жадные люди захотя, значит, вот сразу хочу вылечиться и прямо туда, Богу в рай. Алчные же. Сегодня буду как раз говорить о вреде алчного мышления. Сейчас же люди страшно алчные. Их воспитывает алчность. Побольше себе есть, спать и так дальше. Это алчность, с ней надо бороться. Поэтому не будьте жадны. Научитесь применять метод, когда вам плохо. И уже будьте этим довольны, благодарны. Что человек оказался самый неблагодарный, самый кровожадный, вообще самая жадная тварь на земле. Это сделало из него глубокое дыхание. Так вот, запомните, что метод применять сейчас только для снятия плохих состояний. Чтобы вот закачало в самолете, в автобусе, в метод поможет. Нет такой ситуации, где бы метод не помог фактически.
Вот что на сегодняшний день. И когда больной научится хорошо уменьшать дыхание и снимает симптоматику, он же практически здоров. Чувство, что появился, он снял. А чтобы полностью исправить дыхание и выйти в зону сверхвыносливости, значит, очень сильная работа. И нельзя думать, что регуляция дыхания метод очень прост. Да, он прост по идее. Уменьшай глубину дыхания, больше ничего. Но он страшно сложен по ее исполнению, как любая истина. И вот тут-то приходится трудиться месяцами. Спрашивает когда, сколько сеансов, сколько тренироваться? Сколько плохо состояние в день, столько раз тренироваться? 100 раз плохо, 100 раз тренируйся. Ни разу не плохо, не тренируйся. Вот что мы требуем на первом этапе. И если больной убедился, что он почти все болячки снимает этим методом, а мы убедились, что он правильно применяет, раз он снимает симптоматику, только после этого мы разрешаем постоянную тренировку дыхания. И тогда уже метод не сеанс, а образ жизни, постоянное состояние в недодышивании. Я потом объясню принцип недо, принцип разумного аскетизма. Значит, вот ей избегается стереотип, доминант, это уже, так сказать, образцы. Это ученые слова, да, конечно. Уже ученые слова, я стараюсь говорить высокую науку очень понятными словами. Это есть истинная наука. То есть мы ликвидируем глубокое дыхание, идем к нормальному. И можем идти потом к поверхностному. Потому что мне удалось открыть два глобальных закона. Закон смерти. Чем глубже дыхание, тем ближе смерть. При глубокое дыхание замыкает целый ряд порочных кругов, которые здесь показаны. Оно вызывает кислородное голодание, желание дышать, еще больше дышат. Глубокое дыхание нарушает обмен веществ, обмен веществ требует глубокого дыхания. Замыкается целый ряд порочных кругов, которые все больше усиливают дыхание и ведут к смерти. И поэтому, значит, вот сам процесс недодышивания, он должен быть постоянным. Это состояние, к этому должны все прийти. И соблюдать закон. Чем меньше дыхания, тем здоровее организм. Этот процесс бесконечный. Вот что тут интересно. Тут не, пока никто из наших, доведя даже паузу до 8 минут, поднявшись даже выше таблицы, только получает улучшение. Конечно, где-то может быть предел. Но мы туда еще не дошли. 99% людей находятся вот здесь. Им надо хотя бы сюда немножко подняться. Вот о чем идет речь на сегодняшний день. И значит, вот ребятки. Вот еще раз покажем, с чего нужно начинать, если стало плохо. Если есть время и условия, сделайте максимальную паузу, померите, какая она. И вы увидите, что она сейчас меньше, чем была утром. Если вы утром мерили, пауза была 15 секунд, померили 7 секунд. Значит, мне плохо того, что я раздышался. Значит, вот, ребятки, еще раз померяем дыхание. Значит, удобно сядьте, правильно осанку, глаза повыше. Я скомандую, будете выполнять команды. Значит, приготовились выдохнуть, закрыть носик, не дышать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, глотки повыше, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать. Молодцы. Вот немножко... Леночка, нет, немножко ты вдохнула глубоко, придержала. А так хорошо. Теперь, значит, в позу, удобство позы, правильная осанка, глазки повыше. И расслабьте животики. Расслабьте. Расслабьте плечи, руки, все старайтесь расслабить, чтобы не было напряжения. И чтобы это понять, можно сделать так. Вначале напрячься, все напрячься. Попробуйте. Напрягитесь. Ручки все напрячься. А потом постепенно расслабляйтесь. И вот, кстати, я должен сказать, сейчас идут передачи, то есть Алана Чумака. Чумака. Значит, он же не знает, что он делает и что делают люди, не расшифрованно. Он командует, расслабьтесь, внимание. А расслабление и внимание уменьшают дыхание. И вот он на всех, почти от всего помогает. Тогда как не было физических исследований, то неизвестно, что помогает. Поэтому мы сейчас возьмем... Посадим перед телевизором людей, детей, дадим им трубки для змеи СО2, увидим, что расслабление уменьшает дыхание, вот он эффект получается. Ничего тут удивительного нет. Причем надо еще самому Алану немножко уменьшить дыхание. Он лучше будет действовать тогда. Он сам будет спокойнее.
И движение, что он там машет, крест делает, правда, неправильно крест делает, но наоборот делает. Он не по-христиански делает крест, он не умеет крестить, надо ему научиться, он крестит себя. Потому что крестит других, но наоборот. Не к правому клевому, а к левому, потом к правому плечу. Так что это надо ему учить. И движение, не эти делать движения, там вроде он что-то выгоняет, а очень медленные движения. И чем медленнее движения будут, тем меньше дыхания, внимания на движение, на любые движения. И видите, как дети замирают, видите, только ротик закрыт. Вот. Надо ему делать медленные движения, тогда эффект будет сильнее. И применять это нужно, когда будет плохо. Это и есть наш метод, только бессмысленно поданный. Вот, расслабься. А зачем расслабься? Все идет через уменьшение дыхания. Другого пути вылечить болезни и вылечить, спасти народ, нет, только через уменьшение дыхания. Только через мой принцип и через метод. Потому что оказалось, что существует масса методов, которые немножко помогают там. Ну, дыхательные гимнастики некоторые там, ну, мало помогают там. Иглотерапия, затем диета, даже сейчас начали уже мочу пить и так далее. Вот все эти методы, голодание, массажи, правка, мануальная терапия и так далее. Вот все эти методы, если помогают, то только через уменьшение дыхания. Если при этих методах измеряли бы паузу, то все специалисты видели, что нейрофизиологи лечат методом Бутейко, только косвенным. Вот почему эти косвенные методы малоэффективны. Если собрать все, что есть, йога, иглотерапия, там, массажи, пассажи, и все, что есть там, вот все, что имеется, ну, сегодня диеты там, в общем, все собрать вместе, то тяжелых больных это не вылечит. К нам больные приходят со всем этим набором. Понимаете? И мы включаем методику, все отбрасываем, получаем эффект. Поэтому применение этих методов параллельно с нашим методом отвлекает и приносит вред. Вся эта чепуха ничего не вылечивает. Не надо на нее отвлекаться. Вот почему я категорически, чтобы с этим методом что-то сочетать из этих методов. Только по необходимости, если не дыхание уж не снимает симптоматику, тогда можно что угодно применять, лекарства, уколы, операции и так дальше. Вот как я смотрю на эти вещи. Поэтому я категорически запрещаю параллельно с этим методом еще какую-то чепуху применять. Эту. И поэтому в наших кооперативах дыхание, и кооперативы называются, и центры, и будут университеты, академии дыхания будут. Только дыхание, и больше ничего, кажется, не надо. Тогда только люди поправятся. Значит, вот, ребятишки, уменьшайте дыхание. Вошли в метод, значит, видите, опять вы сгорбились. Достаточно принимать все-таки осанку вот, которые вам помогают уменьшать дыхание. Поэтому нужно прогнуться. Вот, потому что вы сидите вот так. Прогнуться. Бороду подальше туда. Вот так сидите. Вот, видите, как сидят рабы. Должны сидеть как цари. Понятно? Цари природы же вы. Так вы себя назвали. Разумные. Гомо сапиен. Разумный царь природы. Он должен осанку иметь идеальную. Ну вот. Им, правда, трудно сделать, потому что астма, особенно эти кашель и эти удушья, сгорбились, дети становятся горбатые, деформируется грудная клетка. Через месяц-два-три они выправляются, грудная клетка нормализуется, становятся нормальные дети. Значит, уменьшайте дыхание, потом к концу мы замерим паузу, она у всех подрастет немножко. Константин Павлович, у меня к вам вот какой вопрос. Я знаю многих людей, которые добросовестно хотят ваш метод применить к своим детям. Ну, маму поймешь, папу поймешь. Да. Вот. И тем не менее, у них часто это не приводит к каким-то результатам. Да. Какие здесь могут быть камни преткновения? Что могу сказать? Две официальных апробации в Ленинграде и в Москве на тяжелейших больных, потому что нам противники в наших клиниках отбирали самых тяжелейших больных, которые ничем не помогало. И мы дали 100% результат. Почему? Мои методисты были высокой квалификации. 100%-ный. Документы лежат у меня в ЦК Совете Министров и Минздраве. Это квалификация методиста. Поэтому если методист меньшей квалификации, меньший процент усвоения. Если у процент усвоения метода меньше 90, запрещаем методисту вести работу. Вот в медицинской газете там выступал Давиденко, что у них 48% результат. Значит, плохие методисты. Мы сейчас категорически побрыгали, запретим им заниматься этим. Понятно.
И поэтому, значит, эффект 100% у исправивших дыхание. И полный нуль, если дыхание не исправилось. Дыхание углубилось, гибель. И гибель глубокого дыхания доказывает истинность этого открытия. Поэтому прежде чем решить, что не помогло по бутейку, надо измерить дыхание. Если пауза упала, дыхание углубилось, он должен заболеть. Вот что, это закон. Главный закон жизни. Разрешался, погиб. Уменьшил дыхание, вылечился. Вот что нужно помнить. И поэтому неуспехи, главные неуспехи, это плохая подготовка методиста. Второе, лень и несообразительность больных. Значит, что они усваивают? Глупые, кретины, шизофреники в поздней стадии, склеротики, маразматики, уже ничего не помнят, не усваивают метод. Чем умнее, тем быстрее усваивают. Это нам надо. Поэтому, значит, этот метод должны понять разумные люди, которые вылечатся. И теперь надо еще, что нужно сказать? Теперь надо смотреть на всю жизнь окружающую, что происходит. Чего нужно бояться? Что углубляет дыхание? Углубляет дыхание, второй враг наш, это инфекция, которая в гландах и в зубах. Почти вот у всех детей после хронический тонзиллит. Он нарушает иммунитет, усиливает дыхание. Парадонтозу взрослых надо убирать мертвые зубы. Третий враг – это остеохондрозы. Они отчасти от моющих средств. И наш метод их управляет. Четвертый враг – это переедание, обжорство. Надо есть только когда очень хочется. Пятый враг – это сон. Во сне углубляется дыхание. Минимум спать надо. Один из врагов – это недостаток соли. Нам соли и микроэлементы, полный набор солей, крайне необходим. Поэтому мы чувством и ощущением это измеряли. Поэтому ограничение соли нарушает обмен веществ и вызывает понос и вымирает, целые стада вымирают, если скотам не дать соль. Значит, соль по вкусу. Желание пить – выполнять желания, которые есть. Вот что главный организатор у нас и нашего жизни. Это желание. Это надо соблюдать. Значит, и поэтому мы говорим сразу, не ешьте насильно, боритесь с насильным кормлением, не спите лишнего, спать не на спине, а на животе, это уменьшает дыхание. То есть почти все оказалось наоборот. И поэтому блага, которые предлагала медицина западная и западный мир, больше дышать, больше отдыхать и так дальше, и не работать насильным кормлением, не спите лишнего, спать не на спине, а на животе. Это уменьшает дыхание. То есть почти все оказалось наоборот. И поэтому блага, которые предлагала медицина западная и западный мир, больше дышать, больше отдыхать и так дальше, и не работать физически, это все углубляло дыхание. Это порочный образ мышления. Отсюда порочный образ жизни. Пытались нарвать, награбить, нахватать, чтобы жрать, спать и ничего не делать. Вот идеал мышления порочного западного мира. Отсюда порочный образ жизни. Бандитизм, тунеядство, это самое, без конца идет девальвация, все, ничего не хватает и так дальше. А полезно что? Не надышивать, не доедать, не досыпать и работать до пота, до седьмого физически. Это полезно. Если это люди узнают, если будут день и ночь не есть, не спать, и все, работать и работать, будет полное изобилие. Понятно, да, вот бастует у нас тут. Чего вы бастуете против нас же самих? Глупость какая? Это от глубокого дыхания, от глупости. Вот что происходит. Поэтому, суммируя, можно сказать, мною открыт порочный образ мышления, о чем говорит Горбачев. Теперь я обосновываю физиологически. Алчность, побольше всего, это эгоизм, только мне. Он уничтожает человечество. Альтруизм основа. Обществу больше, для того, чтобы это расцветать. Поэтому достаточно разумный альтруист, он дает обществу, а не собственному. Поэтому вот где истина. В разумном аскетизме недо. Если не доел, не доспал и так дальше, то чуть-чуть съел. Какой вкусный хлеб был в войну, черный хлеб, да еще с солью. Или не спали мы же месяцами. Какая прелесть, ты уснул. И так дальше. Если не додышиваешь, вдохнул немножко. Какой воздух замечательный. То есть я открыл сущность счастья. Счастье в исполнении желаний. Надо постоянно желать есть, спать и так дальше. И тогда ты будешь счастлив каждую минуту. Я открыл ключ счастья. Это разумный аскетизм. А когда обожрался, обоспался, он уже все, ему чего? Крови, гашиша, чертов ступи еще, понимаете? Убийство, тогда он будет доволен.
Это и есть западный мир, вот я его расшил, сразу раскрыл его сущность. Вот к чему я зову на сегодняшний день. К разумному мышлению, постижению моей теории, моему методу постижения метода. Это единственный прямой путь спасения почти от всех бед. Поэтому мы сейчас еще раз замерим максимальную паузу ребятишек. Она должна подрасти, они же уменьшали дыхание понемножку. Понятно, ребятишки? Еще раз померяем. Значит, выпрямились, свободненько выдохнули, закрыли носки, не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Видите? На 1-2 секунды пауза повысилась вот за эти 20 минут тренировки. Вот. Яныч, молодцы, ребята. Ты не переусердствовал? Нет, они глубоко не вдохнули. Нет. Молодцы ребята. Очень умные ребятишки. И с этого момента у них все пойдет сейчас наоборот. Поэтому я должен сказать, что то, что вам говорили раньше, говорят мамы и бабушки по старинке, делайте наоборот, тогда спасетесь. Поэтому желаю вам на малом дыхании большого здоровья. Это осуществится. Это не мечта, а реальная действительность. Итак, еще раз спасибо всем присутствующим и пожелаю всей области на малом дыхании большого здоровья и счастья. Итак, доброго вам здоровья на малом дыхании.